Представляете? Вау. Вот это звук. Который просто берет и захватывает данную карту. Это челлендж? Вы сейчас серьезно? Всем привет, друзья! С вами, как всегда, я Слай, и сейчас вместе с моим другом Маржом мы возьмем и пройдем невероятную карту с побегом из театра! И да, я знаю, что вам нравятся побеги, поэтому, пожалуйста, прямо сейчас ставьте лайк за неповторимую карту и, конечно же, напишите комментарий после ее просмотра вместе с интересными словами, ну а также подпишитесь на наши каналы, ведь мы уже начинаем наш обзор! А три подписчика, оставивших лайк и комментарий под этим роликом, получат лицензию Майнкрафта. И по промокоду SLY вы сможете купить себе дешевую лицензию Майнкрафта в моем магазине по ссылке в описании. Итак, мы начинаем нашу игру. Валрус, ты готов? Да, я, как обычно, нажимаю на кнопку play по стандарту. Замечательно. Стартуем наше прохождение и, конечно же, прямо сейчас оказываемся у нас в театре. Войдите в театр, наше здание тем временем гласит, и сейчас мы должны взять и, конечно же, зачитать текст из нашего чатика. После долгих и утомительных побегов вы, наконец-таки, ждете с нетерпением своей приведенной ночи в театре. Ну что, Валрус, ты готов сходить в театр? Я готов, вон этот театр, вон я, там в принципе, тоже какой-то... это тот самый MC ЦЦ. Собственно, мы за него как-то даже один раз у нас убегали, насколько я помню. Помнишь, я у нас играл за него? А ты чего в машине сидишь? Так. Вылезай. А я вылез. Стой. Ты там кого ищешь? Посмотри назад. Меня здесь? Я, короче, ушел, я не знаю, что там не так, но я думаю, в будущем я у тебя сдвинусь. Да, я думаю... Тем временем можно отправиться у нас, конечно же, в театр и прочитать таблички. Итак, левая... нет, не левая табличка. Мистер ЦЦ гласит нам, что он не может нас пустить вместе с данным нарядом. И, конечно же, нам стоит найти какие-то более подходящие вещи. Правильно, итак, наряды, и я не знаю, где их найти. Здесь у нас есть дресс-код, в общем, надо найти себе черные ботинки, черные леггинсы и одновременно с этим белую футболку. И отличный дресс-код, конечно. Это все. Так, смотри, я там видел у нас проход, откуда мы, собственно, приехали. И, по-моему, там что-то было. Да? Что у тебя? Я нашел летающие блоки из... Стой. Серьезно? Я уже на них летаю. Я упал. Так, знаешь, там еще таблички на деревьях, так что их стоит, мне кажется, потом будет прочесть. И так, это уже интересно, куда отправляется Валрус. Сейчас тоже к тебе поднимусь и посмотрю, что же там у тебя происходит. Так. Тем временем, ребята, поднимаемся дальше за нашим моржиком. И сейчас меня немного подождешь, я посмотрю тоже, что там находится. Да. Как я понимаю, ты сейчас там найдешь футболку или... Нет, это еще не все. Это, ребята, еще не футболка. Здесь у нас есть небольшой челлендж, и в нем нам будет необходимо запомнить правильный порядок. Порядок, да. Отлично. Нажимаем. Смотрим. Синий, красный, ты ж, да ладно. Итак, повторим наше испытание, и сейчас наблюдаем вновь за нашим порядочком. Но он реально сложный. А, подожди, стой. Надо было запомнить еще раз. Все. Да, давай, на счет три. Раз, два, три. Синий, красный, зеленый, желтый, красный, синий, желтый, зеленый, красный. Синий, красный, зеленый, желтый. Красный. Так, красный, синий. Да? Синий. Да, синий, синий. И дальше не помню. Зеленый. Так, неправильно. Угадал? Я не знаю, типа, они пропали. По-моему, нет. Синий, красный, зеленый, желтый, красный, синий, желтый, зеленый, красный. Синий, красный, зеленый, желтый, красный. Синий, желтый, зеленый, красный. Да? И все! Ура! Я запомнил, короче. Смотри, у нас тем временем есть 1/3 нашего наряда, а именно замечательные ботинки, которые мы можем у нас взять и сейчас подготовиться благодаря им для того, чтобы одеть их в театр. Я тоже их хочу надеть, так. А как, у меня нету. Ну, держи, пока что будешь их носить, будешь нашим парадным моржиком в этой серии. А мы тем временем вместе с тобой продолжим наше приключение и просто спрыгнем отсюда вниз. Я почти умер, а ты умер. Ну я здесь, я короче уже здесь, где надо. Так, окей, смотри, тут на деревьях есть еще иногда надписи. Здесь есть надпись у нас, и она у нас гласит, что наша машина может содержать что-то важное. А у меня тут тоже надпись есть, тут написано, что... что холм может тоже что-то содержать, что-то прячет там, короче. Окей, тем временем холм мы уже проверили, а вот машинку мы все еще, ребята, у нас не смотрели. И раз уж здесь что-то может скрываться, то самое время, конечно же, это найти. Кнопки у машины, может быть, надо понажимать. Кстати, может быть, но не знаю. Ковер, то есть, по идее, она прикрывает что-то важное, возможно. Прикрывает, да, наверное. Ну, а смотри, может, там под машиной что-то было, вот какой-то блок очень интересный под ним. Я вижу. Ну как по нему кликнуть?
Оп. Что это? Это шалкербокс? Да ладно. И что у тебя появилось? Бумажка 2. Это типа футболка, что ли? Не знаю. Окей, ребята, у нас есть записочка под номером 2. Это довольно странно, но тем временем мы продолжаем наше приключение. О, это что? Так, еще один шалкербокс, как я понимаю. Да! Бумажка номер 1. Бумажка номер 1, бумажка номер 2. Блин, мы богаты. У нас есть 2 билета, короче, Валорус. У нас есть 2 билета. Нам нужно найти 3 номера, чувак. Иди сюда. Так, в смысле 3? У нас всего лишь 2 билета должно, мне кажется, быть. Так, ты где находишься? Нет, тут написано. Я здесь, сюда, да, смотри. Бегу к тебе. И ты нашел что-то еще? Да. Вау! Смотрите, ребята, мы сможем постоять за этими черными коробочками и тем временем найти себе здесь 3 номера. Так, сложим сюда пока что наш первый. Первый есть. Второй. И третьего пока что, ребята, у нас еще нету. Увы. Но окей. Так, кстати, вот здесь есть еще холмик. Может быть, на нем? Да, на нем. На нем есть у нас третья бумажка тем временем. Давай, засовывай. Как раз ее мы сейчас у нас положим внутрь. Все. Оп. И нарядик для моржа уже готов. Тебе. Это у нас белая футболочка. Одевайся. Все, морж почти что, ребят, как готов. Я думаю, что сам я пойду в пижачке, потому что мой костюм-то, в принципе, подходит для данного дресс-кода. А тем временем, да, морж у нас переодевается из своей футболки в замечательное театральное у нас одеяние. Пока я все равно не могу. Смотри, мы еще здесь вот не были. Может быть, с другой стороны, параллельно. Вот так вот продвинемся. Кстати, там в воде что-то есть. Я искупаюсь пока что. О, штанишки для тебя. Класс. Самое классно. Оно. И давай. Здесь что-нибудь есть еще интересное? Так, здесь это, что-то, короче, здесь что-то есть. Озере. Окей, держи свои озерные штанцы. И всё, тем пойдём. Временем наш морж, ребята, уже прям-таки полностью подготовлен к наряду у нас для дресс-кода. И так. А вы не можете войти без билета. У нас нет билета. Мы только что их сдали, может, по-моему. Мы забыли его машине? В машине забыли билет, наверное, мы, нет? Да? Ты так думаешь? Ну, он написал так. Может быть, забыли. О, да. Там тут был сундук, я его, кстати, не видел. Ладно, вот он появился, судя по всему. Итак, пойдем. У нас один билет на двоих, как я понимаю, да? И проходит по нему только морж. Ладно, буду твоим гостем. Так, смотрим. Здесь пока что, кстати, пусто. И что говорит мистер Ц... Ой, блин, я его раздел. Замечательно, вы можете войти прямо сейчас, но стоит поторопиться. Представление уже скоро начнется. Ой, извините. Все места заняты на пьесу, которую вы хотите посетить, но, может быть, вы заинтересованы посмотреть премьеру нового второго минорного исполнения пьесы минорной. Она здесь. Отличненько. О, проход открылся. Его там только что не классно. Было. И... Да, окей, пойдем тогда. Посмотрим, что же оно у нас представляет. Вау. Вот это звук. Ай. Офигеть. Валерий, стой. Why is nobody here at all? Почему здесь никого нет? Здесь абсолютно пустой зал. И это welcome. Смотрится немного подозрительно. Добро пожаловать. Today сегодня is... это называется смертью. Мы... Нам нужно всего лишь два волонтера. О, ты второй. Два, замечательно. А первый? Монстры начинают. Монстры начинают. Можете ли вы поставить все в правильное место вовремя? Или монстров будет шанс? Окей, начинаем. Тем временем монстры довольно дикие. И сейчас нам надо будет двигать вот такие вот у нас очень интересные заготовочки куда-то в данной пьесе. Куда, я не знаю. Монстры бегают, монстры довольно опасные. И, знаете, Валрус у нас тем временем бездействует. Так что попытаемся заново все это делать. Так, куда их надо подвинуть? Я немного не понимаю, но... Вау, вижу, ребята, дырочку. И давайте попробуем сейчас быстренько ее, наверное, пока что тем временем запомнить. У нас вот этим блоком. А, нет. Так, а как мы вообще должны его будем выдвинуть? Хей. А, вот сюда можно будет зайти. Ладно, двигаем. И закрываем этих мобов. Закрыли. Первый блок есть. Валрус тем временем просто-напросто пропал. И у нас есть возможность. Конечно же. Сейчас продолжить наше испытание. И пока что еще не умирая от мобов. Завершить еще одну ячейку, которую тем временем мы заполняем. Продолжаем приключение. Мобы все еще пытаются нас здесь взять и уничтожить. И мы, конечно же, ребята, стараемся сейчас сохранить нашу жизнь. Так, двигаем дальше наши блоки. Сейчас главное не ошибиться и поставить их правильно. Так, еще один блок заставили. Так, где еще дырочки? Вы их видите? Я пока что не вижу дырочки. Нет, по-моему, я сейчас ошибусь, ребята. Нет, не ошибся. Где дырочка? Так, смотрим. Здесь пока что пусто. Дырок реально нету. Хотя вот еще одна. Так, двигаем все это сюда. Сюда. И меня снова забирают. О, а второй. Лес. И знаете, по-моему, с Валрусом что-то случилось. Ну что ж, я вас отпущу, если вы срубите все эти деревья для меня. И тем временем, вместе с нашим уже наверняка ожившим моржом,
Хей. Да. Урос. Сейчас я оживу. Сейчас, секунду. Так. У меня просто... Все, да, я здесь. Hello. Мы продолжаем нашу пьесу и оказываемся тем временем у нас в лесу. Вместе с какими-то кустиками, кстати, я... Вау! Офигеть! Я просто собрал такой вот кустик, я не знаю, что это такое. Классно. Серьезно? Ферн. Не знаю, видимо, скорее всего, какой-то росток, либо же просто лист и какой-нибудь подорожник. Мы его забрали. Так, еще... Вау, сколько их тут! Тут сундук какой-то. У меня есть шалкер-бокс, я сейчас его просто возьму и разгребу. Ого. Так, окей, минус еще деревья. Это довольно интересно. Так, что здесь за сундук? Давайте его что-нибудь положим. И... Нет. А под ним, смотри, что-то еще есть. Я вижу. А что там находится? Блин, такие интересные картины там находятся, ребята. Что, может, надо как-нибудь под него попасть? Только вот вопрос как... Окей. Да не, ну я смотрим. И... Так, здесь еще есть одна надпись. Возьмите все ферны. Ферны — это вот такие вот лепестки. Как думаешь, что это такое на самом деле? Потому что у меня есть подозрение, что скорее всего какой-нибудь подорожник. И... Это елка. А, нет, не елка. А, ну это типа... Кустик. Очень важно, ячейка для садоводства. Не трогать. Так, затопчем. Я так думаю, что надо ее затоптать. Все? О. Минус еще деревья. Классно. Кнопочка. Вау! У нас здесь вообще все уже очищено. Вот, а реально, здесь мы практически все только что у нас здесь убрали. Так, еще, еще. Вау! Стой, блок, я нашел блок. Тот самый любимый твой блок. Валорус, иди, полетаем. Где? Ой, извини. О. Хотел вместе с тобой прыгнуть. Так, ладно. Я поднялся, иду наверх, на самую верхушку нашей пьесы. Кликаю по кнопке, срубил дерево и упал. Так. Так. А там все, уже финал, да? Так, у меня есть пока что 25 фернов, и знаете, ребята, ферны — это у нас... Итак, ребята, это у нас папоротник, и тем временем мы можем его, скорее всего, только скинуть куда-нибудь. Но вопрос куда? Так, есть какие-нибудь предложения? А, стой, там музыкальная есть такая вот штучка у нас, очень интересная. У тебя есть какая-нибудь пластиночка, нет? Валрус? У меня есть, есть, так, я вытащил оттуда пластинку, вытащил. И сломались деревья. Лол, окей. Так, тем временем мы, ребята, можем, наверное, сейчас найти какие-нибудь кнопки, возможно, в листве у этих деревьев. Поскольку других вариантов я есть пока что не могу придумать. Так. Я тоже. Паркурчика здесь вроде как нету. Ай-яй-яй. Блин. Если так посмотреть. И да в целом... Ну вот все завязано на этом нашем сундуке. А что с ним не так? Может, надо его заполнить? Может, надо пластинку положить? Оп. О, ой. А, я думал... Это я положил ферны наши и... Там, короче, одного ферна не хватает. Так, он куда-то делся. Ладно. Пустой шалкер-бокс. И... Слышь, там кто-то есть. Довольно пустые вещи. Там кто-то ходит? Нет, там кто-то есть. Смотри. В каком плане? Вот там что-то там, смотри, что-то те... какие-то... Да, эти... там какие-то очень странные такие переливы. И сундук, кстати, там есть сундук. А вот как его открыть через эту щель? Нет, идеи нету. И после огромнейших поисков, которые мы, конечно же, проводили по этой карте, оказалось, что тот сундук можно было открыть. То есть я его видел, и он открывается, оказывается. Там у нас находится дерево. И все, замечательно. И мы приступаем к последнему действию, которое вы должны пережить. Акт 3. Ад. Хорошо, тем временем у нас здесь есть много еды. Также песок, душ и морж, который тоже наверняка что-нибудь нашел. Валорус, что у тебя там? Ничего. Да? Окей. Так, есть могло блоки. Огонь перемещается по вот этим вот блокам дерева. Так. Ай. Я видел это. Что там было? Кнопка? Там кнопка, да, была. И мне дали... Отличненько. Поставь его сюда. Смотри, здесь огонь перемещается по дереву. И, в принципе, сейчас ты можешь поставить сюда вот у нас блок дерева. И мы увидим перемещение огня, который просто берет и захватывает данную карту. Отличненько. Я пошел дальше. Так. Здесь у нас есть хоппер для вещей. Ох ты ж, он принял какую-то вещь только что у меня есть. И... Окей, потом оттуда заберем, если что-нибудь потребуется. Также здесь у нас еще есть замечательная зелеварочная стойка. И какие нам нужны ингредиенты для данного зелья? Смотри, что у меня есть. Так, удиви меня. У меня песок, душ. А у меня, кстати, он тоже есть. И... Так, глубоко под острием скрывается сокровище. Ну, не знаю, там, видимо, у нас на вот этой скале сокровище, то есть на шпиле его. А вероятно, где-то это еще у нас. О, я нашел. Так, что ты нашел? Еще один Soul Sand. Окей, сейчас я его заберу. И, кстати, вот такой есть парень у нас здесь интересный. И он только что принял у меня недавно как раз-таки эту землю. Положи сюда песок душ ему. Если может быть что-нибудь вырос. На. О! О! А открылась у нас с тем временем гора и... Так, а может быть сейчас можно будет меня запаркурить? Я так думаю, что, наверное, да. То есть там у нас наверху есть еще очень интересный сундук. И... А я его открыл. А, так ты его открывал, да? Угу. А, я думал, ты сейчас какую-нибудь кнопку активировал.
Ладно. А где гора? Это единственная гора. Смотрим, да, что нам открыл данный парень. А, вот здесь у нас появился еще один блок досок. И он у нас может поставлен быть на золотой блок. Отлично. Давай. Там холмик в итоге у нас был. Так, перемещаем тем временем наш огонь. И смотрим, что же будет происходить дальше. Остался последний блок, судя по всему. И... Так, у меня есть какая-то еда, но вот куда ее деть? Хочешь перекусить рыбкой? Валус. Давай. Сейчас я все-таки проверю. И так, появилось? Ничего нет. Окейшки. Смотрим. У нас есть пока что много еды. Может быть, в лаве что-нибудь, но не хочется, конечно, это проверять, насколько это будет довольно больно. Держите пока что рыбу. Сзади тебя рыба. О, давай. Лежит. Наслаждайся. А я тем временем прыгну и сгорю. Впрочем, там ничего интересного-то и не было. Если так посмотреть. Так. Ну давай, по мне может переместиться данный огонь. Но нет, не сегодня. Кстати, смотри, лавовый блок. Может быть, он двигается? Это же наш друг. А то всегда их двигали, но не сегодня, видимо. Так, изучаем дальше. И сейчас, ребята, самое интересное, потому что это уже финал. Финал данной карты. Здесь был шалкербокс, и мы уже его залутали. А, может быть, сюда надо рыбу, не? А, кстати, да. Давай тогда сейчас сюда все скинем. И все, ты просто гениальный, серьезно. А что, где появилось? Так, вот, смотри, да, здесь мне дали вуз. Нет? А, у тебя он просто появился. Ставь тогда, и... Все, открываемся, ребята, и переходим тем временем дальше. Мы можем уже идти и делать мы это сможем, если найдем выход. Но ну, думаю, мы его найдем. Так. Нет. А какой это цвет? Да я думаю, что красный. А, красный. Это было легко. Желтый. Желтый. Зеленый. Что, простите, это все? Синий. Это челлендж? Вы сейчас серьезно? Офигеть, ребята, это было крайне легко. Спасибо вам огромное за просмотр, спасибо Валрусу за участие. Ссылочка на него будет в описании. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайки, пишите комментарии и смотрите прошлые серии по ссылкам на экране. Всем удачи, всем пока и до скорых встреч! Всем пока!